Приветствую всех, у нас сегодня Наруто Шипуден Ultimate Ninja Storm 4, и у нас будет опять турнир, только уже мы будем играть, думаю, какой-нибудь свободный турнир, потому что в прошлых режимах получается так, что мы слишком быстро проходили испытания, и я не умудрялся, не получалось у меня насладиться боем, поэтому мы попробуем немного обычный режим, где не будет никаких условий, и все. Так, я буду проходить турнир за Наруто Узумаки 6 путей. Режим отшельника 6 путей. Так, взрывной раз Сенсюрикен будет у нас устать, 6 путей, мощный Сенсюрикен. Хорошо. Случайно у нас персонаж... Не-не-не, я не хочу против Наруто сражаться. Случайно. Ну, будет Киба, хорошо. Так, теперь давайте против нас будет, допустим, Саски, если он победит. Случайно противник против Саски Киллер Би. Теперь к нас нужно злодея поставить. Будет сражаться Учиха Мадара. Случайно. Ну, против Нейджи пусть будет, хорошо. Давайте, будет с нами. Блин, у меня не открыт Какаши с двойным шаринганом. Надо бы дойти игру. Ну, тогда давайте поставим Сакуру. Сакуру. И что тут у нас? И Великая война ниндзя Гай. Нус. Так, вот у нас кубок. Давайте начнем. Первый бой Наруто против Кибы. На какой же мы будем локации сражаться? Давайте где-нибудь. В принципе, чтобы не так уж и мрачно было. Хотя поле боя под луной можно, либо... Подножие божественного дерева. Ну что, ты готов, Киба? Но? Надо было, наверное, все-таки с условиями ставить какими-то. Ну и что ты? А, подождите, мы можем накопить, а нет, не можем. Ничего не меняется. Чёрт. Офигел! На тебе нижнюю атаку. Ну, всё, хорошо. Да не очень. Да блин, я же хотел на тебя захват сделать, ты его сделал не меня. Давай без подмены, так неинтересно. Добью. Добью все-таки попал. У него нижняя атака, это вот так уходил от меня. Нус. Мы готовы к тайной технике. Я хотел чакру сделать. Что ты на меня захват свой делаешь? Отлично. Хоть не пришлось полгода это делать. Блин. Мне нравится, что завершающий фактор — скриншот из игры. Обычно тут используются вставки из аниме. На момент разработки, видимо, игра еще... Точнее, аниме не дошло до того момента. Так, Киба, ты отдохнул. Угу. С-ранг, с уровня ниндо, да, все как обычно. Все, что Саски... Ой, фу, какой Саски. Все, что Наруто любит говорить. Итак, кто победит, Саски или Киллер Би? Саски, ну это было бы что-то с чем-то, если бы Киллер Би победил такого Саски. Мадара или Нейджи? О, Мадара, отлично, Мадара рвется к нам. Сакура или Гай? Ну, по идее, Гай. Сакура убила Гая. Посмотрите, какой бой. Наруто против Саски. Ну, давай посмотрим, Саски. До сих пор не могу понять, как Сакура победила Гая Сенсея. Ну ладно. У него 68 врат. Так. Надо не отвлекаться. Как тебе воздушная комба, не понравилась? Ага. Да, хотели захват сделать, он нам с моментуном Кагетсучи.
Ага. Как тебе такое? Ой. Пробуждение скоро у него доступно будет. Только давай ты не будешь делать Сусана, потому что мне немного страшно. Знаю, как мне. Хорошо, я специально. Потому что пускай он попробует хоть как-то меня навалять. Так мне котючек. Ну и что? Саски не очень-то и устрашающий. На тебе. Ага, все как просто. Ты сделал, дело вернулся. Ну теперь мы можем его прикончить. Угу. Ну и что это такое? Ладно. Ты что? Да это нечестно. Я не хочу проигрывать. Я проигрывать не хочу, но при этом хочу сделать добивание. Только, блин, смотрите, сколько у него подмена, сколько у меня. Это будет почти невозможно. Он хотел сделать Чидори. Саски, нет. Походу мы будем делать пробуждение. О боже. Это средний уровень сложности. Вы прикалываетесь? Почему он так ведет себя? Бутубас, ну вот, наконец-то. Я хочу сделать завершающий фактор. Мне очень интересно, о чем они будут разговаривать. Ну, отлично. Ставки занимают. О боже, меня чуть не убил Саски. За такую глупость. Ладно. Мне больше интересно, кто сейчас победит, Мадара или Сакура. Если Сакура убьет Мадару, то это будет очень смешно. Фуца, я даже смотреть не хочу. Отстойно, согласен. Ну кто у нас второе место сейчас получит, Мадара или Сакура? Сакура убила Мадару! Вы что, серьезно? Просто абсурд, так это параллельная вселенная. Давай, Сакура, сейчас посмотрим, какая она. А, ну теперь я вижу. Но, блин, Махаич сразу устраивает дикий. На тебе джудама. Что-то она какая-то слабенькая. Ты уже почти шкалу и все отняла, но ни разу не вернулась. Это вот она победила Гая и тем более Мадару. Кто-то подсуживает, наверное. Прощай. Вот это был быстрый бой. О боже, я вот так этого боялся. Теперь придется еще раз это делать. И при этом бояться ударить вообще хоть как-то ее. Лишний удар сделать. Ну вот смотрите, сейчас мы будем оставшийся бой получать люлей от меня, потому что я не хочу последнюю подмену упустить. Ну хорошо, ты увернулась, допустим. Ах, она еще и пробудилась, бег у Гоуса твоего. Все. Блин, Сакура, пошутили, хватит. Чакру давайте, чакру. И смотрите, один удар, вот один гребаный удар. Ой, слава богу. Я бы сейчас убил ее. Так, он на себя боится. Так... Как он... О боже, еще такая ульта гребаная.
бьет ли мимо постоянно. Ну, Саски тоже дебильные, будут в одну точку бить только. О, да. Очень интересно. Мог ее спокойно так же придушить одним ударчиком. Ну вот так вот, победитель Наруто Узумаки на втором месте Сакура. Ну, да. Турнир пройден. Поздравляем Наруто Узумаки. Второе имя. О, блин, второе имя. Второе место Сакура, на третьем месте Сасуке. Короче, команда номер 7. Ну и там уже Мадара и все лохи. Извините, если кого-то я обидел. Вот так.